Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для МФО – микрофинансовой организации. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия могут быть настроены для менеджеров, кассиров, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Чтобы вы получали еще больше удовольствия от работы в нашей современной программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Из списка можно выбрать понравившуюся тему из более чем полусотни представленных. Обратите внимание, что в нашей программе может работать как одно подразделение по локальной сети, так и целая сеть филиалов через интернет. При этом в центре главного окна можно будет разместить свой логотип для создания единого корпоративного стиля. Функционал нашей программы многогранен. Он подойдет как небольшим фирмам, так и крупным организациям. При этом программа при необходимости легко решит все проблемы, связанные с привязкой суммы займа к иностранной валюте, и учтет изменение курса на момент пролонгирования или закрытия договора. Итак, как мы видим, меню пользователя расположено слева и максимально упрощено, чтобы в программе мог продуктивно работать каждый ваш сотрудник, независимо от своего уровня компьютерной грамотности. Состоит меню всего из трех пунктов – модули, справочники и отчеты. Перед началом работы в программе нужно просто настроить справочники. Сюда вы можете внести все свои юридические лица, подразделения, сотрудников, категории клиентов, процентные ставки и так далее. А потом всю повседневную работу отмечать начинаем в модулях. Это основные учетные блоки. Именно здесь будет вся информация по вашим клиентам и займам. Когда мы заходим в модуль займов, сначала выходит поиск. С его помощью можно легко найти любой контракт. По определенному отделению, менеджеру, клиенту, дате начала или окончания договора. Также можно вывести сразу все активные займы, действующие и просроченные. Если мы хотим зарегистрировать новый займ, нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Добавить». Здесь все просто. Какие-то поля уже заполнились автоматически. От нас требуется только указать клиента. Человека выбираем из единой клиентской базы. Если он уже обращался к вам ранее, его не нужно будет вносить дважды. Быстро находим по первым буквам фамилии или номеру телефона. По каждому заемщику можно прикреплять скан копии документов и даже делать фотографию с захватом прямо с веб-камеры. После выбора клиента остается лишь указать процентную ставку. Проценты начисляться могут как ежемесячно, так и ежедневно. При необходимости внизу можем даже указать залог. Теперь указываем сумму займа. И здесь наша многофункциональная программа может обеспечить вам точный учет для самых разных режимов работы. Если вы работаете в одной национальной валюте, тогда просто все суммы указываете в ней. Если у вас все рассчитывается в долларах, указываете в доллар. А самый сложный для ручных расчетов случай – работа с разной валютой. Такой многовалютный режим. Когда по законам вашей страны можно работать только в национальной валюте, но при этом вы также не хотите терять деньги из-за постоянных скачков доллар. В этом случае в заключаемом с клиентом договоре прописываются специальные пункты, что в случае скачка вверх условной единицы, клиент обязан заплатить национальной валюте больше, чем брал. Все эти и другие сложные алгоритмы наша программа легко отработает. Обратите внимание, что в профессиональном многопользовательском режиме работы кассир тоже работает в этой программе и моментально получается всплывающее уведомление о том, что нужно подготовить к выдаче какую-то сумму. Всю выполненную и планируемую работу при этом можно смотреть на вкладке «Работа».
Когда кассир отмечает, что задание выполнил, менеджеру всплывает ответное уведомление, что сумма готова. Заметьте, что каждый займ имеет определенный цвет в зависимости от этапа работы. Сейчас статус «Выдано». При выходе на просрочку или закрытии договора цвет меняется. А дальше идет самое потрясающее. Программа сама автоматически заполнит все необходимые документы. В демонстрационной версии мы для примера показали, что заполняться могут самые разные бланки. Это различные договора займа, договора залога, залоговый билет, акт приема-передачи, расходный кассовый ордер, самые разные уведомления о перемене курса и вида валют, о невыполнении клиентом своих обязательств, о проведении торгов. Когда клиент погашает задолженность или продлевается, автоматически заполняется приходный кассовый ордер и дополнительное соглашение к займу о продлении. И так далее. Так как у каждой организации свои договора и особенности работы, нашими техническими специалистами все формы документов настраиваются в индивидуальном порядке. Смотрим дальше. На той же вкладке «Сумма займа» можно в будущем отметить и добор суммы. Начисление за любой период найдете на одноименной вкладке. Причем проценты могут начисляться как ежедневно, так и ежемесячно. На вкладке «Погашение» клиент будет гасить свою задолженность по процентам, основному долгу и даже по пене, которая при необходимости будет начисляться автоматически. Если вы практикуете тот сложный режим работы одновременно с разной валютой, о котором мы сказали ранее, на вкладке «Пересчет» может автоматически пересчитываться сумма задолженности по каждому клиенту в случае скачков курса доллара, дабы ваша компания всегда оставалась в плюсе и зарабатывала даже на курсовой разнице. Если у вас есть постоянные клиенты, которым вы готовы идти навстречу и делать скидки на пеню или набежавшие проценты, это делается на вкладке «Скидки». Дальше обратите внимание, что уже пошел функционал для отдела реализации, если вы берете залоги. Кроме движения средств по займам, в нашей программе можно отмечать другие движения финансовых средств, например, расходы организации. Это делается в модуле «Деньги». И тогда вы получаете возможность видеть прибыль по компании в целом за любой период времени. А в модуле «Рассылка» собраны самые современные методы автоматического оповещения клиентов о просрочке или пене. В вашем распоряжении будут целых 4 вида рассылок – email, SMS, Viber и обзвон голосом. Да-да, наша программа сможет даже сама обзвонить нужных клиентов и голосом, представившись от имени вашей организации, сообщить любую важную информацию. Вот и вся работа современной организации. Используя нашу программу, вы получаете полный контроль и порядок. Кроме этого, у руководителя будет в распоряжении еще и аналитическая финансовая отчетность. В первую очередь, в режиме реального времени вы сможете видеть остатки и общие обороты средств по каждому своему подразделению, по любой кассе и банковскому счету. Сверху – консолидированные данные, снизу – детальная выписка. Если нужно будет проанализировать свои расходы, можно будет посмотреть на них в разрезе статей затрат. Наглядные графики будут отображать динамику изменения доходов и расходов с течением времени, а рядом будет рассчитана прибыль за каждый месяц вашей плодотворной работы. Если менеджеры получают сдельную заработную плату, в специальном отчете можно будет посмотреть полученный доход, от которого можно будет рассчитать сумму вознаграждения персонала. Если работа у вас завязана на курсе доллара, и менеджеры постоянно делают пересчет задолженности клиентов на разный момент времени, вы сможете даже контролировать, по каким именно курсам делался пересчет, чтобы точно знать, что нет расхождения расчетного курса с рыночным. Для лучшего контроля персонала наша программа реализована по правилу CRM-системы. С английского означает «система учета клиентов и взаимоотношений». В специальных отчетах можно посмотреть, что планировалось сделать и что было сделано каждым сотрудником.
Кассиры готовят суммы к выдаче. Менеджеры уведомляют клиентов о выходе на просрочку. Был ли сделан звонок? Что при этом ответил клиент? Все это можно будет посмотреть за любой период времени. Мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей, а более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте usu.kz, либо связавшись с нами любым удобным вам способом. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.